Всем привет, с вами Нильфгорд, это игра Besiege. И в ней вышло обновление. Суть обновления я пока, к сожалению, не знаю. Мой переводчик отдыхает и перевода я не получил. Но я нашел новые блоки. И самое главное, здесь появились новые задания. То есть в мире теперь, когда мы проходим один остров, эпизод пройден, он, видите, такой вот, ну, горит. И теперь появился новый эпизод. Где он? Вот он. Толбренд. Луна закрыта у нас до сих пор. Все, больше летающих объектов нет. Ну и давайте посмотрим, что за Толбренд. Отлично. Много заданий. Смотрите, множество многих. Тут прям даже какие-то монстры. 20-21 зоны. Смотрите, прям какие-то летающие даже монстры. Ну и давайте с первой начнем. Сразу говорю, ребят, я не буду стремиться пройти задание, ну, то есть на скорость. Нет, я буду пытаться создать какую-нибудь хрень и пытаться ей разрушить. То есть как-то попытаюсь это делать, наоборот, более труднее. И, ну, на самом деле, для начала, как и везде, наверное, нужна платформа, но немножечко по-другому. То есть у меня уже есть мысль, как я тут буду это все делать. Поэтому... Хотя, да, есть мысль, как я это все буду делать. Так что сначала нужно построить в любом случае платформочку, чтобы на ней что-то вообще творить. Это, наверное, всегда так. Ну, давайте еще вот так вот удлиним немножечко. Во-первых, эти блоки, да, я покажу. Вот такой вот блок. И, честно говоря, я пока что не представляю его функциональность. Надеюсь, это будет в следующих сериях. К сожалению, это не описание обновления, это просто я играю в новые миссии. Поэтому не придирайтесь, пожалуйста, к тому, что сказал. И появилась вот такая вот охренительная штука. Это такой вот здоровеннейший бур. Очень круто смотрится, симпатичненько. И вроде бы все, больше никаких блоков новых не появилось. Может быть, поменялся функционал блоков старых, возможно. Но вот ни вид не поменялся, ничего такого я не заметил. Поэтому вот два блока, которые, в принципе, и описание, наверное, не нужны. Бур, понятное дело, он, наверное, будет ломать стены или что-нибудь в этом роде. А вот эта вот штучка, я даже, честно говоря, не представляю, как она переводится. Если напрямую с переводчика, то это сцепление колодок получается. А какие колодки? Что за колодки? Вообще понятия не имею. Может быть, это, к примеру, вот так. И если мы подсоединим здесь, как, ну, другой блок и соединим их, может, они прилипнут друг к другу, к примеру. Как у вагонов. Возможно и такое. Ладно. Давайте нашу платформу поставим на колеса. В любом случае нужны колеса. Здесь задание убить всех и еще раз убить. То есть, в принципе, не сложно, но я так сейчас вот подумал, что колеса, наверное, я по-другому немножко установлю. Здесь, то есть, поставим, давайте вот так вот. Сейчас объясню, зачем это будет сделано. Так, колеса. Вот пусть вот так вот будут. То есть они все туда едут. Отлично. Так. Разворот. Можно, конечно, здесь прям вот эту часть поворотную сделать. И то есть будет как поворотное шасси. Но лучше танкового разворота, наверное, ничего не было еще придумано. Поэтому все в таком же режиме, наверное, сделаем. Ну, лично мне так кажется, будет... Правильно, давайте здесь, типа, только в английской раскладке. Здесь R, здесь F. Здесь R, здесь F. А здесь у нас будет здесь T. А здесь, ну, а внизу G. То есть, в принципе, понятно. Давайте проверим. Все, разворачивается, все нормально. Вперед ездит, все нормально. То есть, в принципе, на самом деле, я уже, наверное, смогу, то есть, выполнить уже задание. Но классно. Разрушений так много стало. Смотрите, слитки какие-то. Это они мне на откуп дают, чтоб я не разрушал, что ли? Хорошо, но так как я не хочу быстро проходить эту миссию, то есть мы должны создать какое-то устройство и
ну не мы, я должен создать какое-то устройство и благодаря ему выиграть, как-то так. Давайте что-нибудь, такую коробочку сделаем. Сделаем несколько орудий для нашего вот этой вагонетки. То есть, чем она будет убивать врагов. Во-первых, давайте что-нибудь типа такого, к примеру, сейчас я протыщу, какая вот у этих пил длина. То есть, до пола как раз не достает. Отлично. То есть, это замечательно. Тогда знаете, как сделаем? Мы поставим... где у нас эта пружинка-то? Мы поставим пистон. Пистон. Потом поставим блок. Еще один блок. Так. И вот на них поставим... На этот блок поставим две пилы. А вот здесь вот поставим... Да где же наш? Липучку. И теперь весь этот процесс мы поставим на единичку, то есть на кнопочке единицу. Вот так и вот так. То есть когда я буду, то есть суть в чем, чтобы вытолкнуть это вот как бы, нет, плохо получилось, отлично, воткнуть. Плохо получается. Я думал, она будет дальше намного, намного дальше выстреливаться. Хотелось бы, конечно, чтобы она дальше выстреливалась. И вот сейчас вот я думаю, как может быть баллисту в этом плане сделать. То есть... А, уже выше нельзя. Ну, нет, выше, конечно, можно. Просто здесь у нас ограничение стоит. Ладно, хорошо. Давайте немножко переделаем. Точнее, не переделаем, просто поставим еще одну такую штуку. То есть... Скидывать такой десант будем. Так, вот здесь, наверное, уже не поставится, да? Где? Да, уже не поставится, уже слишком высоко. Но здесь, наверное, надо на один блок больше сделать, чтобы когда вниз пила не падала, она не цеплялась за нижний блок. То есть, мне кажется, это логично. Кстати, заметили, так более сурово они сделали. То есть, видите, впереди такие земли суровые какие, вот если с этой стороны смотреть. То есть там прям дождь, какие-то ветра. Очень так сурово все сделано. Ладно. Так, значит, этот блок. Так, теперь вот здесь так вот. И делаем вот эту липучку, ставим. И пилы. В разные стороны ставим пилы, чтобы они двигались. Чтобы вот этот квадратик, он прыгал, вертелся. То есть, ну, довольно-таки не стоял, в общем, на месте, чтобы... Так. Отлично, единственное, что здесь нужно теперь настроить, наверное, давайте на двоечку настроим, то есть второе, залп второго орудия будет. Так, отлично. Единственное, теперь остается все это закрепить, потому что иначе оно все развалится. Черт, вы, мама, матери, это вы, наверное, и без меня знаете, что такие устройства, они долго не живут, они разваливаются. Ой, что-то я... Вот здесь вот только вот так вот сделаем, чтобы симметрично было. Не люблю, когда несимметрично. Не знаю почему. Люблю. Мне так кажется просто, что так вот красивее будет. Так, ладненько. В центральный блок тоже закрепим. Я потому что смотрю, он центральный блок мало был закреплен. Цифры уберем, они мешаются. Так, единственное, что передняя часть, она провисает, да? Ладно, хорошо. Сейчас мы здесь вот тоже, во-первых, закрепим все. Надо было сразу закрепить. Было бы отлично. Очень отлично было бы. Ну, как-нибудь так вот. От передних... Выстрелить, выкидывать. То есть, видите, вперед. Как бы в этом вся суть. То есть, именно выстреливать как бы вперед. То есть, здесь, конечно, верхняя... Для дальних, так сказать, рубежей. Ближняя будет для ближнего боя, так скажем. Так, отлично. Теперь надо что-то дальнобойное. Дальнобойное мы, наверное, очень простое сделаем. Что-нибудь типа какой-нибудь катапульты раскладной.
раскладной катапульты. В принципе, думаю, это было бы очень симпатично. Так. Ну, только вот, знаете как? Сами все прекрасно знаете, что раскладные катапульты — это такое мучение довольно-таки серьезное. Ну и, наверное, начнем мы с того, что вот с этой стороны делать или не с этой стороны делать. Давайте с этой, наверное, стороны сделаем. Нет, это слишком высоко. По одному блоку вот так вот поставим. Так. В общем, давайте попытаемся сделать раскладные катапульты. Что, в принципе, наверное, не должно... С чем не должно возникнуть проблем. Так, и здесь мы делаем пистоны просто раскладные. То есть вверх. Это у нас получается... Или я сейчас уже неправильно делаю? А нет, все правильно вроде бы. Хотя вот... Все, вот теперь вот понял, в чем была бы проблема. В том, что когда она будет нагибаться, вот, ну, удар будет происходить, так скажем, то назад, ну, вперед как бы не полетит. Или... Нет, стоп. Здесь я уже сам начинаю загоняться, честно говоря. Так, давайте по-другому сделаем. Ничего, ошибки не страшны. То есть делается все... Так, это мне больше надо будет снести нужно. Делаю все спонтанно, поэтому такие тормозные моменты, они неизбежны. Так, давайте, к примеру, так. Здесь мы поставим пружинку, чтобы об нее ударялся... Краешек. Так, отлично. Теперь мы раскладываем катапульту делаем. Так, где пистон? То есть раз, два, три, четыре. Так, отлично, отлично. Единственное, что я бы, наверное, еще бы сделал бы, к примеру, что-нибудь типа вот здесь вот еще поставил. То есть в данный момент она должна пунк вот так вот удариться. То есть все, катапульта готова, в принципе. Нет, наверное, мне кажется, не готова. Потому что если я сейчас нажму... А, нет, все нормально. И мне кажется, такой удар будет довольно-таки серьезным. Довольно-таки даже далеко будет швырять. Так, здесь дальше все, наверное... проще, то есть мы делаем, к примеру, ну вот, давайте на этом протяжении, вот на этом блоке делаем натяжение, то есть он падает у нас. Какие у нас там кнопки, я уже подзабыл. То есть раскладывается. А, еще нужно, знаете, что настроить, чтобы вот эти блоки при раскладке не складывались. То есть, чтобы, ну, мне зажатой клавиши не держать. То есть, вот. А, вот так вот падает. Так вот упало. И... Бах! Катапульта выстрелила, да? Бабах! Бабах! Просто вот отцепление снаряда, это нужно будет вручную делать. То есть, где-то вот здесь вот отцеплять снаряд надо будет. Бабах! И заднюю часть нужно будет нагрузить, чтобы она была более тяжелой. Потому что иначе будет вот так вот ходуном транспорт ходить, что вообще, в принципе, неправильно. Ну, заднюю часть, на самом деле, вообще несложно нагрузить. То есть в этом я не вижу проблемы. Во-первых, давайте здесь просто закроем все. Во-первых, поставим щиты. Сразу давайте нагрузим. Сделаем симпатичный такой... Можно, конечно, просто вес поставить. Вот, то есть, можно вес поставить, к примеру, сюда. И... Нет, вот здесь, наверное, уже лишний будет, потому что он будет мешаться движению колес. То есть, и просто вот у этого веса, допустим, сделать вот так вот. Скопируем сразу. Выставим здесь. И задняя часть теперь у нас вообще
неповоротная. Да нет, смотрю. По крайней мере, она не крутится. Давайте разложим, попытаемся ударить. Ну, отлично, смотрите, задняя часть прям вообще отлично держится, то есть шикарно. Теперь только болтанка происходит вот на этих колесах, что мне не очень нравится. И знаете, у меня давно была идея такая, попробовать одну вещь. Давайте вот здесь вот еще раз так колеса поставим. И здесь вот поставим колеса. И сейчас я попытаюсь, знаете, что сделать? Соединить их и вот такими вот штучками. Сейчас объясню, почему и зачем это нужно. И да, скорее всего, именно так оно и должно было случиться, потому что... Это же вам не паровоз. Так, уберем. Уберем тогда. Заднюю часть сделали тяжелой. Это отлично. Теперь перед немножко нужно укрепить. Все-таки он не настолько укреплен, как хотелось бы. То есть здесь блоки поставим. Так. Знаете, что можно вот как здесь, ну, такое подобное можно, что я хотел сделать. То есть вот так вот соединить, например, вот так вот и вот так вот. И то не получится. То есть, видите, вот эти вот не могут же ходить, да. Черт возьми, а как это... делать так симпатично. Это не нужно, это просто моя, так сказать. Давайте еще колеса поставим для устойчивости. Пускай будут. Это плохо точно не будет. Так, давайте вот здесь вот скопируем просто. Так. Плохого точно не будет. Вот еще дополнительные колеса. Это только увеличит устойчивость транспорта. Но все равно вот влево-вправо ходит, конечно. Шасси. А, кстати, вот есть же такой баг, да? Ну, не баг. Если я вот так вот сделаю, то оно же... Да. И смотрите. Офигеть. То есть, во-первых, я болтанку колес убираю таким способом. Это они меня так встречают этими звуками. Во-первых, я сейчас убираю такую вот болтанку колес. И укрепляю вот эту как раз-таки колеса. То есть они... А, знаете, в чем проблема? В этом плане, что они не могут двигаться в танковом режиме. То есть танковый режим у меня теперь не работает. Но, кстати, у меня сейчас такая прям интересная идея появилась. Как раз таки первый механизм, который у меня должен был быть, он сейчас может быть очень актуальным. То есть, знаете, мы что сделаем? Во-первых, мы все вот это убираем. Убираем. Прям создаю устройство, так сказать, на ходу. Так, убираем и... ставим здесь, и теперь мне нужен поворотный механизм. И желательно поворотный механизм несложный. Так, но как вот его сделать несложным? Довольно-таки сложный момент. Во-первых, так. И, наверное, знаете, что-нибудь типа такого и вот такого. Так. И теперь вот здесь вот как раз-таки задняя часть будет. Единственное, что вот сейчас вот в данном моменте очень плохо, это то, что все работает вот на этом рычажке. И, по-моему, это совсем не круто, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Так, потому что эти все механизмы, они, ну, как бы сказать-то, они слабоватые на... Так, вот здесь уже неправильно и сломается этот момент, мне кажется. Так вот. Сделаем. И знаете, что здесь? Какой блок нужен? Вот этот вот блок нужен. Отлично. Так. Попробуем, по крайней мере, сделать. Так, теперь мне нужно шасси здесь вогнать. А, блин, место-то.
Блин, вот это проблема. Да, вот это проблема. И теперь прям впритык у меня получается. Так. Да, не получится. Не хватает места, реально не хватает места. Жалко. Жалко, очень жалко, потому что очень интересная мысль появилась. То есть сделать такую... А давайте попробуем без этого режима. Понятное дело, что этот режим тоже, конечно, очень интересен. То есть мы делаем, давайте, вперед-назад. Просто мы сейчас, к примеру... Ну, они, и, собственно говоря, и работают. Так. Так. Стрелочки не вижу. Все нормально. То есть сейчас вперед-назад все работает. Давайте опробуем. Просто опробуем вот этот вот механизм, который, собственно говоря, я сделал. Мне очень интересно, будет ли поворачивать сейчас мой транспорт. То есть будет ли он поворачивать, как задумал я. Ну, он, в принципе, должен, но просто будет намного тяжелее он поворачивать. Ой, уже лишканули. Так, ну что? То есть все равно какие-то ограничения, смотрите, вводят они прям. Ну чего, я же убрал уже вот этот режим. Нет, они все равно... Так, и... Ага, что у нас здесь произошло? У нас поломка небольшая произошла. Вот здесь вот. Здесь это можно исправить тем, что... Наверное, вот так вот, наверное, поставить надо. Так, посмотрим. Так, вот здесь уже получше сработалось и... Офигеть! Офигеть! Представляете, что произошло? То есть я попытался повернуть вот этот вот рычажок. Смотрите. Бам! Оторвало просто. Так, и почему у нас так произошло? Почему вот эта часть не стала... поворачивать-то. Вот так вот попробуем. Нет. Не работает так, как я думал. И вся эта дребедень, то есть, не получается. Хм. Почему, интересно? Понятно, что если я вот так вот сейчас уберу, то, конечно же, то есть будет поворачивать, и, пожалуйста, мы как бы потихонечку поедем, да, но сами понимаете, что вот это вот соединение, ну, вообще стрёмное очень получилось. Поэтому возвращаемся к старому плану, и когда я все закончу, я вернусь. Ну что ж, ребятки, вот такое вот устройство у меня в итоге получилось. В принципе, функционал у нее ничем не изменился изначально, что задумывалось. Единственное, что я добавил, это пушки. Довольно-таки много пушек, по 4 ствола с каждой стороны, 2 запасные, 3 катапульты. И довольно-таки эффективно, мне кажется, это все сейчас будет работать. Конечно, она в нас не стреляет, то есть это исключительно разрушение такое, ну как сказать... разрушительная машина исключительно против мирных жителей, так скажем. Но и что самое интересное, во-первых, вот что я и хотел показать, это то, что здесь сделали, в этой версии сделали стены, разрушаемые пушками. Поэтому залп. Видите, видите, дырки появились. То есть, ух ты, даже куда-то туда задел чем-то. То есть, очень симпатично теперь рушится вот стены даже ядрами, это очень хорошо. Так, давайте, знаете, что сделаем сначала? Скинем первую. Вот туда, пускай она там будет веселиться. И вторую, хотя тоже можно скинуть, пускай они вот просто вдвоем тут ездят и рушат всех. Понятно, попробуем потом додавить всех, как-то так сделать. Что нам еще остается? Вообще, конечно, здесь задача разрушить... как можно больше, ой, не разрушить, а убить всех рыцарей. В этом, конечно, не будет проблемы, но нам интересно, ну как сказать, лично мне интересно просто пострелять. И давайте начнем. Первое же... Нифига себе.
Надо было просто подождать. Я только хотел разрушить эту башню. Хорошо. Хорошо, разрушим вот эту башню. Без проблем. Как видите, у меня есть две катапульты. И давайте начнем с первой. Во-первых, разложим. То есть она, видите, сразу прогнулась. И теперь нужно поймать вот этот вот удар. Точнее... Недолет. Складываем обратно. Складываем. Так, вторую разложили. Пошла. Бах, долет. Складываем. Все отлично. Отлично, отлично, мне нравится. Так, и теперь... Ну, здесь надо поближе, наверное, поехать, подъехать. Так, последнее. Раскладываем. Запошел. Не дотянет, наверное. Да, не дотянул немножечко. Но у меня еще есть запасные два ствола, на самом деле. Как раз таки они для этого. В принципе, я всех, конечно, здесь половину могу передавить. Конечно, мне так кажется. Хотя нет, смотрите, они не даются, они прям... Бах! Они не даются, они просто сопротивляются. Но, в принципе, у меня транспорт сейчас настолько мощный, что он тут у меня вообще все... А давайте, вы знаете, мы его сейчас попробуем насадить. Вот этого пивуна. Ну, давай. Смотрите, он даже не цепляется... Не цепляется, кстати. Хорошо. Хорошо, 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 отлично. Давайте последнее оружие. Две пушки, как видите, выезжающие. И они с направленным выстрелом. То есть ими уже управляем немножко по-другому. Во-первых, каждый специально и, ну, наводкой. Жалко, нет какого-то лазерного прицеливания, что-то в этом роде. Эх, не той. Смотри-ка, что... Ну, не хватает мощности, смотрите, не хватает мощности. Зацепились колеса, то есть видите, задние, и не хотят проезжать. Все, снаряды кончились, черт возьми, черт возьми. Не всех я убил, ну, точнее, не всех убили вот эти шестереночки. Я думал, они перережут нормально народу. Бах! Отлично! Классно! Классно, мне нравится. Ой-ой-ой, смотрите! Зацепился и не может. Отлично! Давайте финичкой отцепим все. Кстати, я ее могу вроде бы забрать обратно. Если только получится зацепить. Ну, стой, стой. Ну ладно, не получится, похоже. И так тяжело довольно-таки управлять. Транспорт такой довольно-таки... И получился интересным. То есть лично мне понравилось. Конечно, единственное, что проблема — это долгая серия получилась. Но ничего страшного. Мне кажется, это наоборот интересно. Так, давайте еще разочек. Так, во-первых, уберем вот этот квадрат, чтобы пройти миссию. Потому что в любом случае надо пройти ее. Так, и у нас проблема... Что у нас? Проблема высоты, да, теперь? То есть слишком высокий. Ну, можно по одному блоку убрать. Пройду я уже ее за кадром. Тут, в принципе, ничего сложного нету, как бы, пройти саму миссию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Чем больше лайков, чем быстрее выходит серия. Я надеюсь, очень интересные следующие миссии будут. Я посвящу каждому заданию, посвящу какое-то новое устройство. Мне так кажется, будет так интересней. С вами был Нильгорн. Всем всего хорошего. Пока.